Все чаще и чаще в дорожно-транспортных происшествиях страдают дети и подростки. Так, за 11 месяцев текущего года на дорогах Ульяновской области погибло 5 несовершеннолетних детей. За сухими цифрами серьезные физические и психологические травмы, поэтому цель и мечта всех инспекторов – выйти на нулевые показатели. Для этого воспитывать грамотных участников дорожного движения начинают уже с детсадовского возраста. Ежемесячно у нас проводится единый день профилактики правонарушений, куда включается обучение детей основам безопасной жизнедеятельности по правилам дорожного движения, пожарной безопасности и других разделов программы. Первые наши учителя – родители, вторые – воспитатели. Они нам объясняют элементарные вещи – цвета светофора, дорожные знаки, правила поведения на дороге и пешеходных переходах. Дальше к обучению подключаются более опытные люди – представители ГИБДД. Сегодня в одном из детских садов города Ульяновска, это 60-й детский сад «Незабудка», который расположен в Засвияжском районе города Ульяновска, проводится детское мероприятие, детское занятие, именно практическое занятие, потому что любые знания у детей должны закрепляться практическими навыками. В арсенале обучения знаки и алгоритмы дорожных принципов, которые позволяют выработать у детей правильное поведение на тротуарах, пешеходных переходах и проезжих частях дороги. Самое главное, что обучение проходит не навязчиво, а в легкой игровой форме. А на какой сигнал светофора можно переходить? На зеленый. А на какой нельзя? На красный. Нужно знать правила дорожного движения. Чтобы не попасть в аварию. Угу. Потому что плохо будет, да, если попадешь в аварию? Плохо. Угу. Ты всегда соблюдаешь правила дорожного движения, когда дорогу переходишь? Ну, да. Дети смотрят мультики, отгадывают загадки, проходят квесты, вырезают, рисуют, клеят дорожные знаки и световозвращатели. В общем, занимаются любимым делом и притом получают от этого колоссальную пользу. Большей части я, конечно, вижу то, что дети не соблюдают правила дорожного движения, в основном перебегают на красный свет. Вот. Причем, в частности, детей не бывает, это около детей не бывает родителей. С родителями инспектор также проводит профилактическую беседу, потому что главное, чтобы о правилах поведения на дороге не забывали взрослые. Ведь их поведение – это пример для малышей. Отрадно, что подобные мероприятия по знанию ПДД не разовые. Они проводятся на регулярной основе во всех детских садах и школах.